К другим темам. 1 сентября двери для учеников распахнут 993 общеобразовательных учреждений в Саратовской области. В регионе за парты в этом году сядут почти 26 тысяч первоклашек. Это на 700 человек больше, чем в прошлом. Общее число школьников составит 221 тысячу. На мероприятие по подготовке учреждений к учебному году направили около 400 миллионов рублей. Из них более 50 миллионов пойдут на проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий.